Друзья, всем огромный привет! Сегодня хочу показать, как при помощи вот такой вот графитовой щетки можно закалить металл. Или как это называется, цементация. Так что давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Друзья, ну а есть у меня вот такой вот ножик, любимый мой нож, который побывал во многих экспериментах. Точится хорошо, но, к сожалению, жало не держит вообще. То есть вот он сейчас остренький. Да, как бы. Ну, ему долго не хватит, он быстро тупится. Я долго думал, что же с ним сделать, как его закалить. Наткнулся в интернете на пару идей. И давайте мы сейчас посмотрим, как это при помощи сварочного аппарата и графитовой щетки это сделать. Для этого нам понадобится сварочный аппарат. У меня старенький, вот такой вот 190-й. Выставил ток. То есть прям чуть-чуть, наверное, где-то получается 11 ампер. То есть, смотрите, вот нож острый, но... Как видите, здесь ничего не оставит на стекле, никаких следов. А давайте попробуем сейчас его закалим, зацементируем и посмотрим, что же у нас получится. Для этого мы возьмем плюсовую клемму, вот так вот. А в минусовую клемму вставим щетку. Теперь включаем сварочный аппарат. И вот такими вот движениями проводим. Здесь принцип хорошо, что мы насыщаем углеродом саму сталь, не перегреваем ее. Щетки, правда, немножко подгорают, немножко надо ток уменьшить. У нас такой получается здесь на кончике серенький-серенький налетик. Видите, прям серенький-серенький налет, не знаю, сейчас фокусируем. Так, вот немножко я сделал. Давай, давай. Смотрим. Даже звук сразу слышно. У нас такие сразу зазубрины остаются. Чем этот способ хорошо? Что делается быстро? Но, правда, не так долго, конечно, держится, но все равно это будет лучше держать жало, чем без вот этой закалки. Но это хотя бы, наверное, все равно какое-то содержание углерода есть. Сейчас мы попробуем с вами на обычном гвозде. Да, не показал же, что можно еще так же все резать. Теперь давайте возьмем с вами самый обычный гвоздь. Он уж точно низкоуглеродистый, без содержания. Ну, обычная железяка. Вот так я его сплющил. Вот прислушаем по звуку, как вот буду обрабатывать напильником. Ну, то есть, прям слышно. Также возьмем с вами бутылку. Нажимаю сильно. Как видите, ну, никакого следа не остается. Включаем сварочный аппарат, вставляем гвоздичек в плюсовую и таким же способом таскаем наш гвоздичек. Сейчас мы протрем его. То есть вот такой вот край, прям видно, где я водил. Давайте попробуем теперь по стекляшке провести. Видите, да? Сразу. Результат. Видите, как стекло корябает. Как понимать, такой способ цементации, укрепления металла, немножко добавляем углерода, называется цементация, если не ошибаюсь. Вот такой вот простой способ сделать небольшую закалку ножа. Я думаю, все это можно протереть.
Да, все это он смывается. И вот где мы с вами водили, видите, вот углерод. Немножко закаленная часть. Так, друзья, у нас получился с вами вот такой вот небольшой выпуск с обычной щеткой. Я думаю, будет полезно кому-то. Если понравился, палец вверх, пишите ваше мнение. Вам же крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Не забудьте подписаться на канал и обязательно поставить лайк. Пишите ваше мнение. Пока.